Приветствую всех. Сегодня четверг. Пятое число. Плюс 12 погода. Солнышко светит. Очень тепло. Решил, как обычно, пройтись к острову Джерелгач. Показать залив. Со мной вот собачки гуляют. Погода очень-очень теплая. Резко весна. Солнышко светит ярко. Говорят, что такая температура будет 10-15 плюс. Где-то до 19 числа. Сейчас попробую, теплая вода или нет. Я бы сказал, довольно-таки нормальные температуры. Не прохладные. Если так будет продолжаться, можно через неделю-полторы уже и покупаться даже. Небольшое объявление, кстати, в нашей группе проводится опрос о проведении велопробега. Это уже, так сказать, наша традиция нашего края. Велопробег «Лазурный эскадос 2020». Посмотрите, там опрос. Выставили небольшой такой с голосованием о дате проведения 29 марта или же 5 апреля. Участвовать может любой человек, любой транспорт, ну, имеется в виду, велосипед может даже быть Украина, обычный. Дистанция небольшая, осилить может, в принципе, любой человек, даже без подготовки. Как в прошлом году мы, ну, большинство не часто пользующихся велосипедом в плане того далеких поездок, спокойно преодолели эту дистанцию, 16,5 километра. Скадовчане выезжают от себя, ну, от I Love You Скадов, скорее всего. А мы, как обычно, суперсам в центре Лазурного, где ларец, более точнее. Чай, кофе пьем и в 10 часов стартуем. Но это ориентировочно такое время. И Скадов так же самое, то же время. Им 16,5 километров и нам проехаться. Уже есть условная точка, где мы проводили в прошлом году. В этом году тоже планируем наверняка там. Вот. Что-то можем добавить, что-то, может, и добавим к программе самой, самого велопробега. Но имеется в виду финальная точка, куда мы будем приезжать, что там будет. Ну, это 100% чай, кофе, печенье, конфеты. Фотографии делать будем. Так что участвуйте. Мероприятие скоро будет создаваться в Фейсбуке. Можно будет подписаться. Более детальную информацию знать. Опубликуется данное мероприятие в группе «Типично Лазурное». Посмотрите просто, что и как там будет. Пока у нас самое главное – это дата. Определение все-таки даты. 29 марта или же 5 апреля, воскресенье. Чтобы не было никаких препятствий там, забот, а люди могли спокойно поучаствовать. Все-таки в воскресенье обычно все отдыхают, а в будний день все работают, тем более уже весна, работы становится все больше и больше.
Кстати, если есть какие-то вопросы, можете писать комментарии, ответим. Потому что сейчас часто задаваемый вопрос: отдых выходного дня, это суббота, неделя, какие-то праздники, Пасха, приехать в Лазурное на 2-3 дня отдохнуть, поможем с жильем, с поиском. Вот, поэтому пишите, если у кого может есть какие-то вопросы. Потому что в Лазурном уже, скажем так, давно есть такая функция межсезонье приехать отдохнуть на 2 дня. Сейчас уже тепло, можно почаще приезжать сюда. Если вот море будет более-менее теплое, даже покупаться можно. Но оно реально не прохладное. Здесь, видимо, была вода. Мокрый песок. Грилла снова меняет свое направление. Начало острова меняет свой вид, как всегда. Вид здесь бесподобный. Песик пьет водичку с лимана. Жалко. Все уже чувствуют жару. Иди сюда. Иди. Ай, ты хороша. Ай, ты хороша. Здесь очень так спокойно. Там немножко море шумит. А здесь такая тишина. Поистине волшебное место, вот это именно где у нас Гырло. Потому что здесь что-то такое уникальное, где, ну, вообще нигде нету такого. Там уже создался такой штучный остров. Сам по себе природа как-то создала его. Здесь появился какой-то вымывающий бассейн, ну, то есть глубина резко идет. Раньше не было. Здесь мелководье, там глубина резко есть. Ну, очень сильно часто меняются виды здесь. То есть вода приходит, уходит. И поэтому просто здесь прийти постоять очень классно. Послушайте, какой звук. Еще раз повторюсь, может кто-то не слышал, пришел на данный эфир чуть-чуть позже. В ближайшее время мы проводим велопробег между Лазурным и Скадовском. Может участвовать каждый на любом велосипеде. Не обязательно это какой-то горный или спортивный профессиональный. Может даже быть Украина. Дистанция небольшая, всего 16,5 километров. Это место пересечения между Лазурным и Скадовском. Уже локация продумана, в прошлом году все реализовалось очень довольно неплохо. Есть концепция, как это все провести. Есть только сейчас вопрос, скажем, участвующим,
или тем, кто пожелает участвовать в этом велопробеге. Число 29 марта определяем, или же 5 апреля. Поэтому голосуем. В группе «Типично Лазурно» есть опрос. На несколько дней он запущен. Проверим, какая дата больше для участников интересна. Это 29 и 5 апреля, это все воскресенье, потому что выходной день. Понятно, что будний день это делать не будем, потому что люди работают. А выходной день можно провести полдня, очень интересно. В прошлом году это заняло примерно времени там, до часа, то ли до двух. Учесть, что мы выехали в 10 часов с центра Лазурного. Старт, локация была Суперсан, где Ларец. Мы чай, кофе попили и выехали по вот этой бетонке в сторону Ветряков. Там у нас уже точка была приготовлена, где можно было чай, кофе попить горячий, печенька, конфеты, музыка. Плакат был напечатанный нами, где можно было сфотографироваться с датой на память участников велопробега. Участников было с Лазурного, насколько я помню, тогда человек, по-моему, 10-11. Скадос, понятно, что приехал их где-то было порядком 40-50. Может, я ошибаюсь, но очень много приехал со Скадовска. Это очень радовало тем, что среди участников была большая, очень большая часть молодежи, школьники. Им очень сильно это понравилось, и они уже сейчас пишут и спрашивают, когда же все-таки это будет проходить. И будет ли это проходить? Я говорю, что будет 100%. Нужно только определиться с датой и немножко подправить концепцию велопробега. Так что участвуйте. Очень крутой день будет. 100% хорошие эмоции. Вы не пожалеете, потратив полдня воскресенья. Итак, я буду заканчивать эфир. Потому что время, уже пора скоро идти работать. И батарейка на телефоне садится. Если какие-то есть вопросы, пишите под данным эфиром, комментарии. Будем отвечать. И будьте активными. Всем хорошего настроения, всем пока.